Обсуждали они, как рулить дальше, как воровать, какие восстанавливать схемы, как держать в колготках Пашу Филиппа, что сделать, чтобы не допустить исключения Ники Форчука из фракции. Да, который... Это вчера обсуждали. А? Они знали, что Павел Филипп будет предлагать исключение Ники Форчука? Конечно. Послушайте, да там такие планы были. Там они вчера закончили Кику. Я видел, там в прессе где-то появилась информация, что вот Кику должен прийти. Вопрос. Да. Что на той встрече делал Василий Ботнарь? Послушайте, что делал на той встрече Василий Ботнарь и все остальное, спросите, пожалуйста, в среду господина Филиппа. Кто такой Александр Вылку? Человек, которого назвали приближенным к президенту Дадону. Все эти вопросы задаете господину. Но вам известно имя Александра Вылку? Я честно вам скажу, впервые его услышал. Да, известно. Это кто, бизнесмен? Я его знаю как бизнесмен. Я с ним знаком, мы очень много лет знакомы. Крупный бизнесмен? Да. Я его знаю лет 15, наверное, не меньше. Каким видом бизнеса с ним занимается? Послушайте, Наталья, давайте... Я сейчас не буду обсуждать бизнесы одного или другого человека. Смотрите, просто это правда, что этот человек обсуждал имени президента с теми, кто был в Луне? Все вопросы к пока еще политически живому Павлу Филиппу зададите в среду. Но Павла Филиппа там не было на той встрече вчера. Наталья, Павел Филипп знает детально то, что происходило на этой встрече. Я вас в этом уверяю. Приветствую, шипендруку ТВ ОП, ну, есть Дуару телевизионе, есть у платформы мультимедиа, абонация вела канал нашу де YouTube. Вы бим пифи, кардин тревой, де че выругуем, но и врем сажунчим лаусуты де медиа, урмаритор, де че лайк, шалтовс приятен, если спуниться, пуны лайк, шас вармаряска канал нашу. Ноптибун вадыряска.